Жизнь так тревожна, почему-то кажется мне. Нету выхода, капканы расставлены везде. На кого мне надеяться, кроме тебя, скажи? Капканы повсюду расставлены, и мне их не избежать наказания за искусство, за вдохновление, за искусство антивоенное. Прошу тебя, спаси меня. Прошу тебя, Господь, спаси меня. Пусть будут прокляты те, кто будут судить меня за антивоенные искусства. Повестки приходят на суд или на штраф. Без того нищему художнику за спасение жизни вашей мой антивоенный рисунок спас ваших детей. Если бы не были Если бы вы не были такими неразумными, вы бы рассказали им, что значит эта надпись и этот рисунок, и ваши дети никогда бы не пошли на войну по указанию кучки пропагандистов, по указанию государства фашистского типа. По указанию патриотизма, по указанию кучки тех, кто наживется на войне, на смерти, на калечении ваших детей. Зачем вам эта чертова война? Вы уничтожили мой рисунок, уничтожите его или заставите меня его стереть, заплатив огромный штраф. Сколько денег уходит на военные и в карманы чиновников, вы не знаете, я лишь нищий художник. Я больше никогда не стану здесь ничего рисовать, потому что этих людей уже не исправить, не исправить, не исправить. Меня никто не любит. Здесь ни одна россиянка не любит меня. У меня нет ни единого друга здесь, и нет ни единой подруги в России. На всей стране, во всей стране ни единого единомышленника нет. Нет, нет.
Все считают меня вандалом, и мой рисунок против войны и вандализма. Они не знают, как это ужасно, война. Они даже не задумываются об этом, им важна формальность. Они даже не смотрят на этот рисунок. Кто-то пожаловался, и мне придет штраф, а может судебный иск. За грязную разрушенную стену, которая была грязной, разрушенная до меня, словно после войны. За мелками детскими надпись на ней «No war». И за небольшой рисунок, дополняющий общую разруху. Совершенно безобидный, который запомнится каждому бессознательное в сердце о том, что нельзя идти на войну. И когда твоя девушка скажет тебе, что ты трус, потому что пропаганда внушила ей, что мужчина должен идти воевать в 21 веке. Просто это грустно, да. Покажи ей мой рисунок, где солдат стреляет в лицо ребенка разрывной пулей. Может, она что-то поймет. А может, не поймет, она уйдет от тебя в любой момент. Это грустно. Но зачем тебе воевать ради кучки олигархов, кто наживется на войне, чьи дети никогда не будут воевать, чьи дети живут на той стороне? Мне так грустно и тревожно. Мне так грустно и тревожно. Они закрыли границы навсегда. Ты сказала, ты узко мыслишь. Когда я сказал, что не откроют они их никогда, я был прав. Разве ты не знаешь, что они кормят только обещаниями? Ты веришь всему. Ты смотришь телевизор, я подозреваю. Мы останемся здесь навсегда, в одиночных камерах своих, дожидаться участи своей. Я буду один здесь всегда, вечно один. Я никогда не могу найти себе друзей или пару, потому что я делал много попыток, и все эти люди совсем не похожи на меня, к сожалению. Я буду доживать до конца своих дней в одиночной камере под названием СНГ, под названием Сибирь, Россия, Новый ГУЛАГ. Да, я либераст, так сказал мне мой хороший отец. Он патриот, и я рад за него.
Жаль, что я не отслужил в армии, как он. Чтобы стать таким же человеком, надо достойным, как и он. Нас ведут в концлагерь. Нас ведут в концлагерь. Тебе это нравится, да? Тебе говорят, это ради твоей безопасности. Это паникой. Ты называешь меня трусливым ничтожеством. Сохрани мои картины, прошу тебя. Когда придут солдаты забирать меня, чтобы умертвить, сохрани мои картины, я прошу тебя. Я прошу тебя, когда я умру от коронавируса, сохрани картины мои у себя в Израиле сохрани, либо в Европе, хоть где сохрани, но не в СНГ, прошу тебя. Бесплатно возьми все мои картины, только здесь их уничтожат. Мои картины уничтожат, их не будет, их сотрут в пыль солдаты, когда меня здесь не будет больше, навсегда я буду на том свете или в концлагере, который они построили по всей стране, по всем странам. Я буду в пластиковом гробу, либо буду в концлагере ради безопасности, как они скажут, как они скажут. Сохрани мои картины, Бога ради, прошу тебя. Спаси мои картины, Бога ради, прошу тебя. Храни их у себя, зарабатывай на них миллионы, но сохрани, сохрани их, потому что это искусство. Так считают те, кто окончили колледж по искусству и два высших образования, связанных с изобразительной историей искусств и искусством, и кто разбирается в этом. Прошу тебя, сохрани мои пейзажи, сохрани мои мрачные, экспрессивные, страшные картины, за которые мент, ворвавшись ко мне домой, менты, они смотрели на мои картины, и они сказали, он сказал, что я, что такие, как я, самые опасные преступники на всем свете. Что они сделают с моими картинами, как ты думаешь? Прошу тебя, коллекционер, прошу тебя, любой человек, который ценит искусство, ценит депрессивные картины, мои пейзажи. Кто может жить за рубежом, за пределами России, границы пчи не откроют никогда больше. Прошу тебя, сохрани мои картины. Бесплатно забери все мои картины, когда меня не станет. Или перед этим, потому что их превратят в пепел, как при нацистской Германии поступят с моим искусством.
умоляю тебя. Спроси, спаси мои картины, умоляю тебя, каких бы ты ни был взглядов, кто бы ты ни была, где бы ты ни жила, за пределы, то лишь бы за пределами тоталитарных стран. Спроси мои картины в стране свободной. Навсегда стань их коллекционером. У меня тысячи картин. I'm Александр Алёнин. I'm artist. And please help me. My art is dead. Please help me. Please help me. My art is dead with Russian. With Russian. My art is dead. I have many expression art. If you help, please help my, save my art, please. My art destruction in the Russia. My art, they destruction my art in the Russia. They destruction my art in the Russia, in this totalitarian country. I'm Alexander Alyonin, artist, painter. Many, many years I driving and post on in the internet my art. Please save my art. This is my art. This is my art. My whole art. Please save this. Please. Please save. Please save my art. Save my art, please. I am Александр Алёнин. I am Александр Алёнин. I am artist. Look, look. I am Александр Алёнин. Алёнин. Please save my art in the free country, not totalitarian, in the totalitarian Russian, Russia, my art is dead, they kill my art, my art, please save my art, please save my art. Many, many art. Please save this. Please save. Please save my art. I have many, many, many art. Please save my art. Please save. Save my art, please. Save my art. I'm from Russia. Russia kill my art. Russia. Russian kill my art. Please, totalitarian Russia, kill my art. Please, save my art. Please. Please. I am Alexander Alyonin. Look at home outside art. Please save my art.